даже две, наверное, твоего. $500 еще лежат, не твои, не. Кого баксов? Да не, нет, брать ничего. Все, давай. Давай, все, пока. Закроешь меня там, да? Ну, в смысле, нет. И еще там, по-моему, где-то в районе 7, чуть-чуть позже 7 девочка на аренду придет. А, блин, вот это я сегодня попала. Че, подожди, так сейчас же пока это. Да кого? Я же досчитывала на 3-4 часа. На 3-4? Вот, вот ну, это ладно. Ты делаешь каждую неделю? Не, ну да, по субботам или по воскресеньям. Но я вообще обычно после трени сразу остаюсь. А сегодня вон собаку нужно было. А можно у нее просто узнать, на всякий случай, типа ей позже, может быть, будет удобно тоже? Ну, на всякий случай просто спросить. Хорошо. Сказать, если можешь позже, если нет, ну нет, так нет, на 7. Окей. А ты у нее тогда ей ключи? Да, я ей ставлю ключи, как ей будет удобно. Вот. Ну все, ты спросишь, там, пусть она, а мне даже не надо отписываться. Придет, так придет, не придет, будет ладно. Окей. Все. Я хорошо, спасибо. Блять, потренила. Пиздец, я так и зла. Пиздец. Фу, какой кошмар, а. Фу, все. Изи. Ёбушки-воробушки. Представляете, я пришла, блядь, на тренировку. Решила потренить. Пришла. Тут была фотосессия. Все в муке. Куча вот этого. Пол весь засранный был в муке. Мы тут... Я говорю, я потренить хотела. Она говорит, ну помоги мне быстрее убраться, быстрее потренишь. Я, блин, тут помогала ей всю эту грязюку, вон на стенах еще осталось. О, видали? Вон это, мука. Вон, я тут помогала все вымывать, блин, вытирать все это, вылизывать, чтобы потренить. Ну... чтобы потренить. А оно оказалось, блядь, что в 7 часов тут аренда зала. Блядь, пиздец. Я тут целый час, блядь, ебашь, убиралась, чтобы, блядь, узнать, что аренда зала будет на 7. Ух, я злая. Злое. Пришла, блядь, потренить. Алиска. Так. Все, время мало, пора. Thanks.
Так, я разогрелась. Нормально, да? Что такое полденс? Полденс, ты, короче, сейчас покажу, что такое полденс. Сейчас покажу, что такое полденс. Смотри. Чини. Понятно, что такое pole dance, не? Надеюсь, понятно. Ладно. Тригер. Короче, сегодня меня прет. Опять Олеська нажралась. Когда меня прет, значит, я съела очень много. Много еды. Полезно, но много. Нужно срочно. Срочно. Нет, я не застрахована. Ну, не только акробатика. Полденск — это обобщенно сказано. Вот. Сочного... О, Сереж, костраст. Это точно был Ролденс. Ролденс, да. Капитан Вайпер, hello. Hello всем. Все, я пошла. Advent. Thank you very much. Thank you.
мочу налила, урина терапия занимаюсь. Нормально, что так идет. Тепленько еще, представляете? Че, как тебя? Руки болят, как я тебя понимаю? Не, пока не болят еще. Еще ничего не было больного. Но спасибо за переживание. Thank you.
как меня прет-то! Как же меня прет! Что, у вас там все лагает, да? Алис, тут все видят, как тебя прям... О, спасибо. У тебя белая мука? Да. Телепорт делает это еще более впечатляюще. Вот, блин, а что за место с интернетом? Да, ребят? Все лагает, да? Ребят, ну... Печально, конечно. Я хотела потом видосики повырезать, а если будет лагать, что пипец? Я поставила, воткнула этот в телефон проводочек. Надеюсь, может, он поможет чуть-чуть словить антенку. She'd make more money in strip club. No. I don't like strip club. Strip club working night. Work night. I'm like sleep night. Да, у меня 4G на свой. Ладно, все, пошли тренить, пока у меня не сдулось все. Силы пока не сдулись. Thank you.
Уже, кажется, начинаю выдыхаться. Как вы думаете, это все моя моча? Как дела? Привет, охотник. Вот, я так и думала, что кофточка. Где кофточка? Какая кофточка? Где? Нет кофточки никакой. Ладно, сейчас еще кое-что попробую без кофточки. Без кофточки. With desire, I'm not going to fight it.
Короче, сейчас чекаем, будет лучше или нет. Лагаем, че не лагаем, лагаем, че не лагаем. Что пока лагает, можно нажаться 10-15 раз. 40, алло. У меня всегда на стриме 40 отжимается. Вот так вот. Вафля рота место поменяли? Ага, ага. Не, мы не набухали его. Ну, вроде нормально, не лагаем.
Целый танец танцевал, я стала хренеть. Скажите, что все лагало или стрим упал? Давайте. Давайте. Фу, блин, попью воды. Десять минут не лагало? Дишек, thank you. Thank you very much. Привет. Thank you. Черный экран, да? Я старалась. Снова лагай? Что такое танцевать бедро 2? Что такое танцевать бедро 1? Ничего не лагает, я вижу, когда мне лагает. Привет, Хьюстон. Сделай паузу, делаю. Спасибо, Саш. Фух. Сейчас сделаю паузу. Хорошо, Сереж, отлучайся. Спасибо тебе огромное за подарок. Не заметил сначала. Ну вот, это еще вчера был подарок, по-моему. Сделай строгое лицо на камеру. Это не строгое, это какое-то ебанутое лицо, простите. Да, зеркало точно запачкано. Я старалась не кожей прижиматься, а шортиками только. Вот. Hi, my darling. Что такое darling? Да, вот строгое лицо мое. Так, у меня осталось совсем немного. Амебная. Ой, кажется, у меня в моче осадки, ребят, что делать? У меня камни в почках. Fucking shit. Дорогуша Дарвин. О, спасибо. Спасибо за перевод. Ты такая милая. Сереж, ты опять пьешь? Прости, это была шутка. Так, доктору став. Что? What are you drinking? I'm drinking green tea. Now it's my energy drink. Вот.
Пошлите дальше тренить. Немножко передохнули. Я надеюсь, не упала там ничего. Вы тут? Алло. Алло, алло, вы тут? Быстрее, пишите в чат, я пошла. Ну, быстрее, быстрее, быстрее. 1, 2, 3, написали. А, я переживаю. Я переживаю, никто ничего не пишет. О, все, слава богу. Ой, your dance look fantastic. Oh, thank you very much. You're nothing. Thank you. Your dance looks fantastic. Thank you. Все, пошла. Что-то мне уже клинуло. Ментально. Кстати, завтра будет тренерская. Надеюсь, я постримлю. Я очень надеюсь. И вот этот трюк мне нужно подготовить. Вот. Вот. Прикольно. Я его почти выучила. Сейчас еще до тренинга надо вообще нормально быть. Ля, какие ручки беленькие. Пяп-пяп-пяп-пяп-пяп. Be careful. Окей. Oh, okay. Выполнить себя рукой нижней, так оп.
Нормально, да? Почти сама. Ну, почти нормально. Почти нормально, да, да, да. Вот он лак, где лак, Ну, не надо лаги. Ну, пожалуйста, не надо лаги. Сыпется? Ну, сука, сыпется вот эти все. Это эти штыпятся, да? Артефакты. Тут аренда залов через 40 минут. Вот. И есть возможность час подождать, когда аренда кончится, и потом потренить еще, либо уйти в ту комнату и просто тупо чилить, отдыхать. Вот. А можно пойти в магазин, ну, купить жрачки. Можно. И мне в метро надо, можно с вами в метро съездить. Но там, возможно, выходные будут лаги, надо проверить. Вот, короче, можно в метро съездить. Нет никаких артефактов. Хорошо. Все поды! Я упала. На прошлой тренировке, помните, я локтем горилла ударилась? Я упала. Чуть сама не упала. Сука.
100%. Процент, нет? Короче, процентов. Надеюсь, он понял. А вчера вечер закончился, пока отдыхаешь. Сейчас я сначала расскажу про супердиет. Вот, короче, супердиета. Рассказываю супердиет, как похудеть. Короче, жирную девушку заставили жрать, как кормят в самолетах. Утром, типа, ну, короче, самолетный меню. И фишка в этом самолетном меню, то, что там маленькие порции. То есть ты съедаешь за раз, такие, комплектик такой, порции, конечно, это все индивидуально, и типа, если ты спортсмен, то тебе нужно больше порции, если ты сидишь целый день на жопе, нужно меньше порции, но в итоге эта тёлка начала сбрасывать вес, кушая ровно 7 дней, неделю она кушала, ей привозили самолетное меню утром, в обед и вечером. Yes, I get it bad for you. Yes, I get it bad for you. Да, I get it. I don't understand. I get it. I don't remember. Ля, супердиета, много секса, мало корма, все, диета. Ну, тоже ничего. Господи, руки не показывай, а то не по себе. Да ладно тебе. Ты мой животный, Юня. Ладно. Ой, MGK, привет. Привет, MGK. Как дела? How are you, MGK? Ля Степан написала, да, я понимаю, что тебе плохо. Oh, no, not bad. Really, it's a bad. Not bad. И это, что еще? Ля, какая слышь? Ну ладно, буду конфеткой. Спасибо за перевод, за то, что вы переводите мне англоязычные буковки. Не учу. Кстати, вчера так английский подлатала, знаете ли? Знаете, я так теперь английский знаю хорошо. Вообще нормально так знаю английский. Да. Your English is still better than my Russian. I know, ЦП. I know. I'm learning. Every day on stream. Ты симпатяшка, спасибо. You look so beautiful, thank you. Beautiful lady. Shorts. Новые шортики, new shorts. You like my new shorts or no? Or no? You like? Big shorts. You want short shorts? Yeah, I know. Можешь теперь экскурсии проводить по Кивинангу? Не, не смогу. Покажи жопу. Могу, знаешь, как показать жопу? Вот так. Вот так могу показать жопу. Нормально, MGK? Лаги. На улице? Так это на улицу и не надо выходить. I like your shorts. I love your hat to do it. Нормально? Да там жопу не видно. Вот знаете, как я танцевала, там жопу было видно. Я когда танцую, она, знаете, поднимается, шортики. Ну, типа, вообще их носятся, знаете, как носятся шортики? На фотке видела. Короче, я вот, ну, вот одела и шорты. А там на фотках они вот так вот делают. Представляете, девки, вот так вот делают. Надеваешь, аж тут письку всю перетягиваешь, чтобы вареник видно было, короче. И чтобы жопу было видно, вот так вот делают. Нахера так делают? А чтобы соблазнять. И тверки так делают в таких шортах. Представляете? Это вам very big secret. Вот. Они извращают шорты. Файнду, hello. Так. Спасибо, что не надо на улицу. А ты уже собрался. У тебя шорт нет таких, куда ты собрался? Ты хочешь сказать, ты у меня их украдешь? Главное, спаун не засветить. Спаун? А что такое? Не знаю, что такое спаун. Так, короче, что там у нас еще?
еще чуть-чуть, и мне нужно решить, буду ли я тут час сидеть, или мы поедем шоппинг-фуд делать. Maybe today I'll go shopping food, maybe. I don't know, I think about shopping food. Maybe I'll go home, maybe I'll go Metro magazine. Metro shop. Store. Нет, блин, не помню, как магазин. Big supermarket. And maybe I'm talking with my chat, maybe. Идем гулять? Да тут гулять негде особо, тут нечего показывать. Вообще ничего показывать. What? G-Shake, you want shopping? You want shopping? Какой метро-жоп? Метро-шоп, шоп-шоп. Шоппинг in Metro Magazine. Metro Supermarket. If you go shopping will where be a cooking stream soon? No, soon. No, no, no. Это. You're welcome to tell Elif. Ничего не поняла. Где рассказ про вечер? Сейчас. Короче, сидели, он поел борща, и кажется, нам ему не очень борщ понравился. Прикиньте, он больше ничего не заказал. Мы говорим, бери котлет по-киевски с картофаном. Он говорит, не, спасибо. И даже водку не выпил. Вот, и все. Вот. Cheesecake stream soon, no. CP, after tomorrow I'm cooking my favorite food. Борщ. You come in my stream? A bit. 5 minutes. 5 minutes. Welcome. Если вы пойдете в магазин за едой, скоро будет потоп. Maybe. Cooking stream after tomorrow. Ну вообще, Фёти, что? Мы пойдем в Ашан. Нет, в метро хочу. Я хочу в метро. Я, прикиньте, у Эстебана спрашиваю, типа, как тебе... Тебе, может быть, хочется не только посмотреть достопримечательности... Типа, что ты вообще еще хочешь посетить в Киеве? Он говорит, я еще хотел посетить какую-то родину, мать, Софийский собор. Я говорю, какой скучный вообще человек. Ему бы лишь бы достопримечательности посмотреть. Представляете? Кошмар. Day after tomorrow, I have trip for company. Okay, CP. I'm disappointed. Why? Why after tomorrow? Сейчас уже считается, у него шорты обриджи, и нынче шорты 50 назад даже как трусы шли бы не пришли. Да, согласна. Ну ты мать даешь. Нет, чтобы девок шпилить. Во, Джики, вот я о том же. Родина мать-то Ставрополь, что ли? Нет, там типа памятник Родина мать. Мы на него ходили. ЦП, it's okay. Я шучу. Или типа, я не серьезно. I'm not serious. I'm joke. Как там шучу? Я забыла опять. Что еще? Врушка, при чем тут борщ вообще? Ты бухать собиралась? Зачем подруга Света приехала? Ну вот не знаю, я вообще не понимаю. Зачем они приехали? Мы посидели реально и поехали домой. Он пошел с подружкой, типа. И они на следующий день с этой подружкой должны будут гулять. А мы со Светой домой поехали. Я уже 7 часов дома была. Окей, супер. А то
шпилиться можно после, перед сном. Раз в неделю ты танцуешь. Нет, я когда иногда чаще. Вот. Та девочка качок, я шучу. Конфеты? Нет, я больше люблю кейки. Чизкейки. Еще люблю торты. Еще люблю мое хоум-мороженое. Show business is shiny. I don't know shiny. It's bad. Translate this is shiny. Are you pretty and very talented? Great combination. Aha! Great combination. I'm great combination. Thank you. Ты красивая, очень талантливая, отличная комбинация. I understand. It's easy. I go back to mommy day after tomorrow. Bye-bye. Блестящий, блестящий. Ага, лантерн. Спасибо. Покажи бицепс на пол, да? Там все жиром заплыло, там ничего не видно. Show your belly button ring. Belly button ring? What this? I know, I understand belly. I don't understand button ring. Laura, her English is cute. I know. Я прям вообще не вид хоккея. Прикольно. Пошлите до трени уже чуть-чуть. Или нет? Что делать, ребят? Я уже все. Вот когда я только с вами начинаю разговаривать, все. Силы куда-то уходят. Куда? Я не знаю. Куда ушли мои силы? Едем за покупками? Or no? Пупок, это button ring. Ааа! Иди-ди-ди-ди. Button ring. Надо запомнить. Не, не надо запомнить, что попало button ring. Можешь сесть на шпагат? Конечно, могу. Это же моя работа, садиться на шпагат. Идем в метро? Лаги будут. Сашка говорит, лаги будут. Ты так прикольно напрягаешься, когда говоришь на иностранном. Ну да, там мозг нужно напрягать, извилин, шевелин, чтобы вспомнить. Вот. Держи силы. Спасибо. Не тяни так. Да я же всегда так тяну. Ну, это норм. It's норм. Норм. It's normal for me. Don't worry. Don't worry. Это. Ладно, у нас еще 15 минут есть. 15 минут, что поделаем? Поприседаем, поджимаемся. А может, в спортзал пойдем? Не, у меня лосины нет, особо нормально. Be careful when doing the last pole move. А ты знала, что невозможно дышать ртом при выстом яке? Языке. Можно. Я дышу. Забайтили, да? Девочку. Олеся, что там с Фифой? Короче, к ветеринару водила, а его не было. И у нее взяли кровь на анализ. Сказали, завтра утром анализы будут готовы. И если что, приведем, что не приведем ее. Вот. У тебя прикольная дикция. Спасибо, да. У меня почти нет этого. Никаких проблем с выговариванием буквы Р там. Всяких таких проблем, да. Наверное, поэтому прикольная. Или нет? Прикладом... Прикладом прелестный малыш. Прикладом. Прикладом — это такой бум по голове, как будто бы. Прелестный малыш, не понимаю, наверное, плохой перевод сделал. Могу носом коснуть, но не буду. Иди трень, совсем расслабилась, болтушка. Ну, это поговорить с чатиком. Я люблю говорить с чатиком.
Сегодня просто узнали и сказали, ну, спросили, но я сейчас стримлю, когда они спросили. У меня... Ну, Саш, что ты всем рассказываешь? Вот, не надо всем рассказывать. Нужно что-то еще поделать и все, да? Да, Федь, позори. Rich man. Ой. Застеснялась, как в первый раз. Просто я его даже не знаю. Oh no. Oh no. Thank you. Thank you very much. For your big donation. I'm normal. I'm idiot. Отвернитесь от меня. Thank you. Ну, давайте. Давайте last dance for my donation man. Не? Но он русский, хоть и не русский, я не пойму, я с ним сколько разговариваю. Он, может, ничего не понимает, наверное. Я пытаюсь пожарить что-то больше, вы знаете? I don't know. Да, на 100 баксов я начинаю течь, и мои трусики уже мокрые. А, сейчас поставлю его. Пойдемте, мы станцуем. Дэнс. Дэнс. Ну, раз такое дело, что бы не станцевать. А давайте я даже стрип один. Давайте, давайте. Ну, ради доната, ну. Может, кто еще потом задонатит, глянет, скажет. О, танцует за деньги. Прям стриптизерша и кинет еще 100 долларов. А Лиске нужны 100 долларов. У нее только операция завтра собаки будет почти 2000 гривен. Ну, так что да, да, да. Сейчас Олеська оденется. Сейчас Олеська потанцует. Надеюсь, эта тёлочка не придет раньше времени. Ой, спина. Сейчас камеру поправим. Камеру поправим. Камеру поправим. Кофту нафига надел? Мне нравится с кофтой. Отстаньте, чтобы не было слишком эротично. Чтобы не было слишком эротично. Вот, вот для чего кофта. Сейчас я музыку найду, подождите. Thank you.
Yes! Лекарка! Да, все зависло, лагало, и стрим упал, да? Подписчиков для ансабов танец. Дэнс для ансабов.
Я вернулась. О. О чем это говорит? Это говорит о том, что ансамбль не заслуживает, не заслуживают танца. Быстро все садимся, чтобы больше не лагало. Окей? Okay? I'm wait. Subscribe. Собьтесь, сказали. Руки аж трясутся у меня. О, агрессор, да, да, так. Ты видел все? Я решила станцевать для ансамбов, уважить их, что они просто денег нет на подписку. А...
Все. Сдэнсила. Теперь девочка должна прийти. Вот. Девочка должна прийти. И это выгонит нас. Может, даже с ней договоришься, что она на 8 придет. Блин, я худеть начала, как вы думаете? По моей такой жирной жопе ни хрена не видно, что я худеть начала. Куда я похудею? Как-то песня моя любимая играет. Ты потанцуй еще. Еще разочек.
Ой. Ой. Не, да, не крутятся эти статические пилоны. А, прикиньте, хотите, расскажу прикол? Прикол вообще. Вообще такая шутка. Когда пришла сюда работать, думаю, мне кто-то сказал, типа, какие-то раскручиваются пилоны, какие-то нет. Ну, и это я такая смотрю. Ну, обычно так болтик выкручиваешь, короче. Ну, и он становится динамикой. Ну, я, короче, выкрутила. Но он какой-то сломанный был и крутился, знаете, со скрипом, вот так вот. Тяжело вообще крутилось. Ну, наверное, сломанный чуть-чуть. Но все равно я на нем потренировалась, покрутилась. И только недавно, буквально пару дней назад, я узнала, что это статика. Он вообще не делается динамическим пилоном. Это такой прикол был вообще. Я говорю, ой, а я динамила типа на нем. Вот. Nice joke. Hi, lady, ever so. Вот такие, короче, это троллик. Такой Олесечка, троллик. Вот. Это. Да, прикинь, просто шуруп выкрутила и все. Somebody translate, lol. А! Своя мощная бицуха раскрутила пилу. Да, он еще так крутил, значит, как без смазки. Крутится такой. Неплавненько. Я думаю, какой-то пилон сломанный. Прикольно. И она такая, ну, хозяйка сама, типа, ты серьезно? Я говорю, да. Вот. Стрим все слова. О, привет, кабинка. Привет. Такс, что-то это... Ты похудела грамм на 100 точно. Ой, это я тоже думаю. А вот не знаю, Саша, вот ты как скажи, со стороны медицинской. Это правда, рили или нет? Мне кажется, это неправда. Я что в интернетах вычитала, что человек может нормально жиром похудеть только не более 100 грамм в сутки. Жиром. Все остальное, если ты типа теряешь, это либо мышцы, либо вот, там вода, там гликогены, вот, а именно жира, вот, знаете, вот этого вот жира прям, только 100 грамм. Это реально правда, чини? После таких татуев мне как-то уже не камильфо тебя бомбал. Наконец-то. Кабиночка, второй стрим, говорит мне что-то приятное. Почему танцуешь ты, а ноги от каблуков? Глядя, у меня ничего не болит. I love your dance, Олеся, kiss. I respect this ex a lot. My wife made me do this for a year. With her and her friend was very good ex. I don't understand, I know. I'm speaking English a bit. And it translated. Please. Чушь какая-то, а если человек весит... Ну вот, типа, он может похудеть только вот, типа вот. В чушь, да, Саш? Все это бред. Слава богу, спасибо, ты меня успокоил. Кайта, ты слишком няшная, сексуальная такая, все дела, все... Заткнись уже, а то я сейчас потеку от твоих комплиментов. But I don't not care. Ah, you're not alone. Ha! In my stream, more my friend don't understand what I say. what are you talking? You understand or no? Excrete упражнение. Ага. А что там дальше-то? Hey, are you pregnant? No.
прочтешь, то снимаешь пилон заодно. Если потечешь. А. Не. Так сразу, не, ну правда, ты такая милая, красивая шапочка, как подчеркивает твои формы, все сексуально. Ну все, кажется, я уже намочила первую часть своих трусиков. Осталось еще 5 панталонов намочить, и я потекую до шортиков. Тут станет черное такое пе. А, прикольно! Я ни разу видела, как у девчонок, короче, шорты. И вот тут вот, ну. Ну. Короче, они мокнут на тренировках. Не, я, конечно, знаешь, что у женщин есть, ну, беспричинные выделения, типа. Ну, как и слюна, типа. Но она всегда должна быть же смазана. Но иногда прям. Так много, думаешь, what the fuck, вот, ты, получается, трусы промочила, шорты промочила, еще вот такое пятно. Ой, не надо было на стриме рассказывать, да? Привет, Коста. You need chapstick. Chapstick. I don't understand. What is chapstick? Ой, ладно. You go on a business? Or you go with your friend and or family? Скажи, Клиня стримфесту подбивает. Лиз, ты что, под градусами? Нет. Не под градусами. Сделай задумчивое лицо. Норм. О, hello! Hello, Maisy! Фантастик! You have a perfect smile and very cute eyes. Thank you. Sound okay? Sound. Так, что делаем? Нужно потянуться и домой пойти, правда? Да я еще не знаю, мне хотят сослать командировку на 2 недели на Дальний Восток, потому... Ого, офигели что ли? Скажи, после стрима поедешь. Охренеть. Попалась? О, привет! А ты что, не работаешь или с работы пришел? Все, пора стрим закруглять, Рездок пришел. Позитив прям прет. Да. Hi, you are beautiful! Thank you! What was on your shorts? What my shorts? You like my shorts? I don't understand. I have to go, Lacey and Chad, bye-bye. Captain Wafer, bye-bye. Have a nice day. Sweet, Сиксим. Что? Лесь, можешь потанцевать? Да уже перетанцевала, затанцевалась уже, устала. Котлету обещают положить в денежном эквиваленте за такую командировку. Котлету? А, деньги платить, хорошо. Ну ладно, тогда едь. А то потом подписываться не на что будет. Жалко, конечно. Надо же всех обнять. И пиццу поесть со всеми. Только пришел, да я так поняла. Can you grimly like a snake on the ground? I understand, can you? I understand like a snake on the ground. Ah, I'm like a snake on the ground. I'm snake. Yes? I understand true or no? Типа я похожа на змеюку, которая по полу ползает? Ну скажите, чтобы я правильно перевела. Танец был замечательный, Олеся, молодчина, но я что зря 2 билета покупала на стримфест, буду отбиваться. Да, ты скажи, давай чуть-чуть попозже, чуть-чуть пораньше. Вот. Учу на английский, да, я всегда учу. Так мы похудели уже, да. Я, короче, когда выходила, я весила 58,3. Нужно прийти или взвешиться. Можешь ли ты... А, can you ползти как змея? No!
I don't can snake on the ground. No. It's very hard for me. I'm not snake. More like Medusa for a snake. Так. Ну что? Кажется, договорились с девочкой, чтобы она пришла к 8, да? Смотрите, уже 19:18, а ее все нет. Это значит, наш стрим прошел 3 часа или 2? Сколько стрим идет? Teach me how to do splits with legs. Maybe. Maybe I teach you. You sub for me. I'm teach you. 2:08. Блин, надо 3 хотя бы. Так нечестно. Я буду очень маленькой девочкой. Мне нужно больше. Да не так все испытываешь ли ты ощущение мурашек по телу, когда ползаешь по полу? Не, не испытываю мурашек по телу. Yes, she can make us all hard work with Medusa look. Да не так все испытываешь. Ага, да, я прочитала. Вот врет. Он на 1 минуту больше стрим идет. Ага, но это все меняет. Почему ты дома в таких замечательных шортиках не стримишь? Так это только новый купила, только первый день одела. New shorts. First. My first одевалка. Научить тебя танцевать? Тебе нужно пилон и повторять за мной. И все. Открыл диалог с бомботом. Я что нашел? Ресты как пипка. 34 сантиметра. I will sub next time, promise. Nice. Thank you. Thank you for your promise. I like myself. It's my friend. My sub, it's my friend. My favorite friend. My sub, it's my... Как они там... Забыла. It doesn't matter. Nice bad English. Ха-ха. Это хорошо, хватит уже Заира ее шорты донашивать. Нужно когда-то и свои покупать. Да. Купила. И понравились. Заберите команду Пипка. Нет. What's your name, Fox Girl? My name Олеся. My name Олеся. 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 Олесь. Олеся, вставай! В школу пора. Блин, почему мне сразу мама вспоминается? Лол. You seem so happy when talking English. Hey, you are cute. Thank you. Да не, лучше не стоит всяких лишних команд делать, пытаться еще в них потом. Да, это тут. Do you like creepy? Creepy, gremless. Creepy, gremless? What is creepy gremless? I don't remember. Creepy crumbles. Gravelous. My name is Alessio. Alessia! Alessia! А не Alessio. Alessia. 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 My name is Alessia. Alessia. Bulyatka. Ты умеешь твёркать? Нет. Алиса, проснись, ты перетренировалась. Нет. Да не пора на танцы, я уже устала. I'm tired. I love your eyes, Алиса Булетка. Close up, please. Close up. Микки Минь. Thank you for a bit.
А, ну, Баска, пора домой. Нет, не хочу домой. Are you Alessia and me is Alessia? А, окей. Хомяк на фестивале еды. Не надо меня там показывать. Как тебя от стрима вштырило? Да, это вы меня вштырите. Я вчера Свете рассказывала про то, что мой чат, ну, это мои, ну, типа, знаете, моя компания. Вот, типа, я бы одна никогда в жизни не поехала куда-то путешествовать. А когда ты с чатом, типа, ты вот, ну, тебе есть с кем делить эмоции, и это очень круто. И прикольно делить эмоции с теми людьми, которые тебя уже долго знают, тебе уже такие, как родные стали. Вообще, я прям так рассказывала и сама думаю, блин, как классно, что у тебя есть чат. Что бы ни случилось, ты никогда не одна. Ты просто запускаешь чат, и ты понимаешь... Ты не одна, ты не одна, все хорошо. У тебя есть люди, с которыми ты можешь сказать, у меня сегодня трусы порвались, жопа вывалилась. Ну, что-нибудь такое, пожаловаться, там, поныть, это так классно. И здесь то, как это действовало, я, парень, не мог с собой поделать. Cherry Craven like speeders. Speeders. Spiders? Spiders. Если домой не хочешь, ехать в Японию. О, я бы хотела в Японию побывать. Mad Bad Beauty. It is Hermosa. Hermosa Rusa de Amo? What? Hermosa какая-то. Что такое Hermosa? Hermosa. Кто Hermosa? Я Hermosa? А может, агрессор Hermosa? Ой, агрессор тут причем. Не знаю, просто давно в чате не видела, соскучилась. Хоть бы его не было, а то узнает. Покажи шорт, пожалуйста. Показала. Да, мы такие милахи у тебя. Мистер Стайлз, thank you. But it's very little. Ты красивая, я тебя люблю. Хай кьют, хай. Hermosa красивая по-испански. It's Spanish. Your language is Spanish. You're Spanish man. Это новый мод, запрещающий всем. Что? Ты вродлива. Ты вродлива. Ты вродлива. Это как это? Ничего не понимаю. Деловая колбаса? Maybe. Maybe я деловая колбаса. Короче, давайте устроим встречу, и пойдем домой. Никакого сегодня метро. Устроим встречу, и все, потому что нам, походу, к 8 придет девочка. Do you know any... Just Russian and English. My English very bad. Sorry. Ты вродлива, ты красивая. Что ты... Ага, не может быть такого. Ты уродлива, он говорит. Do you have down below? Перч. Что такое перч? Приветик, мил. Привет. Привет. Даже Сашка, живущий в Москве, знает. У него просто есть комп и переводчик. Ничего он не знает. Наверное, так решил блеснуть знанием украинского. Your English is great. It make you smile. You will be a Miss World. No. No. Help! I need food. I'm hungry. I need food. Help me. I just want to talk about it with you.
Я свои бедные грязные ботинки показываю. Ой, эти тренировочную форму. I sent your plane ticket. Where? Куда? Куда тикет? How это кто? А куда как по-английски? Забыла. Чики-брики. Чики-брики, пальчик выкинь. Блин, как мне моя кофта нравится? Я по ней ходила и ходила каждый день. Такая классная. А бачки? Что такие? Бачки-чики-брики. Сама переводи. Почему, Саш? Потому что я не поверила тебе, что вродливо это красиво. Like, take it to Iceland? Какой Iceland? Какой Iceland? А Филиппинс? Or Maldives, or Sri Lanka, or Madagascar. Какой Island? How? Нет? Хочет выслать тебе билет на самолет. Спасибо. Да я это поняла, но куда? Я же его спрашиваю. Хоть... Исландия? А, я думала, Island это Iceland, типа. Iceland. А это Исландия? I'm stupid girl. Island, Iceland. Ага. Ага. А Исландия normal? Словакия? I have got dirty mind. It is normal? I don't know. You feel so hug. You are in clothes. Too many hurry in Philippines. Madagascar is better. Если бы ты была зверьком, то каким? Белочкой или кошечкой или лошадкой? Лошадкой хотела бы быть. Исландия, Мальдивы, Мадагаскар. Прикольно. Теперь я понимаю, почему у меня тройка была по географии. А у меня четверка. I'm finished dance. Now talking. В Польшу и на картошку? Не, не хочу. Have you ever been to Australia? Oh, I like Australia. I like world, really. I like traveling. По Алисиной логике я бы подумала, что Айсланд это Сибирь какая-нибудь. Какой-то большой, много слов написал. Face, face, face. Не пойму, даже переводить не буду. Не успею даже прочитать. Ты летаешь в облаках. Видимо, это все шутки были наивные. Какой-нибудь богатый чувак в чате. Когда вы хотите дать ей билет на самолет, а затем отправиться в Уакачину, деревню, построенную вокруг небольшого Тулу. Так, что? Короче, сейчас будет встречинг, и мы пойдем домой, да? Hi, Леся, hello. Спасибо за подписку. Не знаю, кто-то русскоговорящий, не русский. Нет, по всему должно быть. Спасибо. Главное, чтобы понял. Спасибо. Вот. Why do you hold the camera like this? Why? Почему? Why do you hold? А hold что? Да можно сразу домой? По тебе видно, что уставшая вроде. Да просто жрать хочу. Suspicious.
left hand что? Держишь? А! Hold, hold. My skin. Волосы, волосы. Смотрите, у меня волосатая нога. Волосатая нога. Как сказать волосатая нога? Синяк. Ой. What this? Ай-яй-яй. Show you my feet. Вот они, my feet. Пири-пири-пири-пири. Так вот здесь уже жрать надо начинать. Да не, нужно же потренировалась, типа. Нужно потренироваться же и потом возместить. Не, короче, нужно это, покушать, не углеводы, главное. Я сделаю, приду рыбку на гриле, наверное. Нормально рыбку на гриле или лучше турки? Что лучше? Мудрая причина бана. Вот, а ты, наверное, пошлость какой-то сказал, нет? Хватит уже надрываться. Хорошо, сегодня поработал. Можно отдыхать идти? Спасибо, но я еще должна немножко потяниться, наверное. Fit fans everywhere. Бургер тяпни. Не, нельзя на ночь бургер. Там котлетка жирная, там жир, жирок из майонезика. И там еще булочка. Вот, нельзя. Рыбка лучше. Рыбка лучше. Значит, мы едим рыбку, да? Походу, морщинская просрочена. Это моча моя. Я, видите, вон что туда добавляю. Кстати, выпить. Не, не приелась. Я вообще говорю, я могу есть. Я могу. I want. Могу. I can eat every day. Every day. А как одно и то же? Одно и то же по-английски. Скажите, я выучу. Oh no? Так что ли? Same, same, same. I can eat same food. It's normal translated. Eat the same, same food. I eat every day same food. Every day eggs, I'm easy, every day, eggs, 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 normal for me, I'm, it's normal, fish, I'm like salmon fish, and I, every day, fish, eat fish. I can. Really? Садись, два. Ну вот уже на пять английский. А чё пять-то, два достали? Everyday pizza. I can. Bad? Good? I can eat the same food every day. I can eat the same food every day. I can eat the same food every day. Ah, nice. My English very well. Really? Shawarma every day. Не, shawarma не очень. Do you like hockey? No. I don't like hockey. I don't like football. I don't like. I like dance. Full dance. Bingo, bingo. Спасибо, Барбарос. Да уж. Все.
chicken every day, pasta every day, ground beef. I don't like beef and I don't like meat. I like animals. I eat bok meat, chicken, turkey, or fish. Еще раз закрепи. I can eat the same food every day. Я все равно забуду. Вот это the, я откуда знаю, когда его ставить? The same food. The same food. Вот мне главное понять. Допустим, я, I, can, могу. Eat, есть. Каждый день одно и то же. Some, это одно и то же. Some, одно и то же. Some, а the same. Почему the? Я в голове не пойму, the, охерает этот артикль. Поэтому я буду говорить some, и каждый день, every day, вот. Pick off, good. I like elephants. Yes, I like elephants too. Smoke weed every day, they smell. No, smoke, it's not good. Smoke and alcohol. Это предлог, Олеся. Вот этот предлог, я хер знает, когда его вставлять надо. Chicken is not meat. Why? Fish not meat, chicken not meat. Really? No. It's meat. Meat. Говори все типа за русский акцент. Нет, я хочу the говорить. The. The вот это не люблю. Я не люблю, когда там говорят the evening every day. Very bad accent. Потому что предлог the относится к слову еда. The banana, да? The turkey. The cookie, да? Where did you go to the turkey? I don't know. Then I have more money, maybe. Алиса, а где еще синяки? Не знаю, искать надо. Тогда вываливай язык, когда предлагаешь the food. Так что ли? Иногда the, иногда и banana. A banana. I like a banana или I like the banana. Да, грамматически правильно. В обиходе предлог часто пропускает. How is favorite actor? Actor? I like a bit Vin Diesel. A bit Jason Statham. A bit. I don't remember. You like the banana, you say. I like the banana. I like banana not good. I like the banana good. Всех лысых назвала из актёров. Я вообще лысых не люблю, но я не помню, который мне там актёр нравится. Не помню, как его зовут. Мне нужно выучить русский язык. No, you don't need Russian language. Мне больше всех, наверное, Ди Каприо нравится. Не, я вообще не вижу Ди Каприо. Какой-то подхалимчик. Не нравится мне. Smoking weed good for a money. Memory. Really? True it. True. Вот true тоже. Хрен выговоришь. True. Дурацкое слово. Very hard. True. Блять. Do you like coconut? Yes, I like coconut.
Да я в курсе, что по какой-то причине ее девочки не любят. Сана Хефинг. What? А как же Лысый Бразер? Да я вообще не знаю, вы всегда говорите про него, я ничего не понимаю, что за Лысый Бразер. Самый убогий — это Том Круз. Во, кстати, Том Круз мне понравился. Знаете где? Я уже называла фильм. Я опять забыла его. Опять забыла, в каком фильме он нравится. Он там с блондинкой снимался, типа он такой крутой весь такой. Вот. Еще раз носки, Дэн. Да на тебе носки. Они, короче, для йогов носки, смотри. Вот такие, видишь? Нормальные носки, че не? Грань будущего? Нет. Какой-то он там просто такой нормальный фильм. Такой, знаете, папский фильм. Папский фильм был такой. «Рыцарь дня», да! Вот после «Рыцаря дня» мне очень он понравился, потому что он был похож на одного человека, который мне нравился. Вот, и я его всегда с ним как бы ассоциировала, и поэтому он это понравился. И я это «Рыцарь дня» теперь очень фильм люблю. Иногда пересматриваю. Вот. Do you like old men? No. I don't like old men. I like hero. I like really hero man. Superman. I like kind man. Kind? Доброта же, да? I like strong, kind man. Олеся, там что-то про легкие ожоги было на турецком. Vaping made me make me better at everything as well. She likes shit. Один белоски будет прикольный. Ага, и все они будут грязные. I'm an old man. Олеся, Лысый Бразер — это Джонни Синс. Посмотри, у него очень интересная фильмография. Не хочу. Мне нужны нормальные мужчины, которые герои, понимаешь? А которые трахаются подряд, это не герой, это чмо для меня. Hello, heart tag. It's health almost everything. Everything. Will strong, kind, it's me. Really? Marry me! Ножки почему волосатые? А зачем их брить? У меня ручки волосатые, смотри. Смотрите. Сейчас. Не фокусируй на жопе, блин, камера. У меня даже вот тут волосы есть, сейчас покажу. Вон, видите, волосы тут есть. И вот волосы. Да хватит на жопе фокус делать, на руку покажи, блин. Ну не показывает, засранец. Я бы хотела волосы показать, чтобы вы не считали, что я cute girl. I'm don't cute girl. У меня волосатая рука. О, фокус. Фокусирует, кажется. Может, на солнышко? О, аля, бабуин. I'm monkey! Ha! I'm babuin! А еще у меня усики есть, наверное. Но этого я не знаю. Очень крутой стретчинг для языка. Еще 14 минут. Думаешь, она к 8 придет? Good skin! Thank you. Зато не холодно. Нет, мне очень холодно. Они не помогают. Мне нужно больше волос. Писю светануло. Да нет, у меня тут пись, у меня шорты. You're beautiful. Very, really, I'm beautiful. I'm not cute, really. Ладно. Установи приложение Duolingo. Очень удобно учить. Да я не учу. Я не могу учить. Ненавижу учить английский. Отстань. Ничего не буду устанавливать. Вот так мне нравится. Я хочу учить в общении. Думаю, она не придет? Ну и хрен с ней.
Someone donate razor. Razor? Donate norm. It's good. A razor? Razor good too. Волос означает, гормоны играют, это хорошо. Да нихера они не играют. А может, играют, не знаю. No, you're not cute. Maybe upside down. Upside down. What is upside down? Yes, you are. Все ясно, Модри себя считает богами, так что до свидания. Нет, Модри помогает мне не обсирать. Это первое. Второе, они не помогают мне писать пошлые сообщения, типа, о, смотри, вагинка, я тебя сейчас шпокну в эту вагинку. Они удаляют такие сообщения и банят за это. Еще они помогают делать чат более культурным. Стараемся не материться, потому что у нас культурное общение. Вот, поэтому Модри лапочки. Не обижайте их, просто нужно соблюдать культуру. Вы должны быть приятными. Конечно, я иногда бачу, чтобы вы назвали мою жопу и сказали, хочу ее там почпокать. Ну, я как бы бачу, а вам нужно сдерживаться. Вот. А, будем учиться вместе. Угу. Йо, бабушка? Yes. Что с тобой не так? Он просто бесится, что его банят. Я бы тоже бесилась. Что не напишу банят, ну, конечно. Не пошло, это я бы тоже так сказала. Поэтому иди, я тебя понимаю. А слова мата исключения есть? Нет. Пипега. Что пипега? Что такое пипега? Какая-то пипетка. Я бы культурно зажал бы. Ну вот. Love your eyes. Love me. Love my eyes. Love my eyes more. Я модер, я хочу тебя. Нельзя меня хотеть. Мне сейчас сядет батарейка. Дай глазам отдохнуть, а то ты уже очень долго в смарт втыкаешь. Глазки беречь надо. Да я что-то тренировалась, все нормально. За щечки? Смотрите. Ла-ла-ла-ла. Осуществлю мечту чата. Представьте себе, что это вы. Странно написал про фестиваль, ты, наверное, прочитала. Он в реале был сегодня. Не знаю, что там за фестиваль, что за реал. Что за фестиваль? По пальденцу, что ли, или какой? То есть вместо пошлости нужно говорить, что с удовольствием застрял бы в твоем лифте. Да! Да ты гений! You are hypnosing us. Hello, Lisa. How are you? Hello, Green Hill. Very nice today. I'm fine. Thank you. How are you? I'm so hypnotized. Sweet girl. Sweet? No, cake sweet. I'm not sweet. Mm-hmm. Can you do backflips? Backflips? No. My back very sick. My back, this back sick, very sick. I'm fine, good. She has strange Russian superheroes. Ты без макияжа, ребенок лет 15. Да я с макияжем жи. Глаза-то накрашены, глянь, реснички. Видишь, черные, а так бы они, ничего не видно было. Я накрашена. А еще на мне немножко тоналка, чтобы замазать фриклс. Фриклс? Мо фриклс. Сальто назад не умею. Your back is hairy monkey too? No. Что такое стик? Болеет. You are very sweet and strong. Maybe. She looks like she's about to... Да почему половина английских сообщений? Почему у нее так много английских? Стопэ! Пишите на русском, то сейчас будет англоязычный чат какой-то. Most beautiful smile. Прикусы. Какие прикусы? Где? Мои прикусы? Что с моими прикусами? Губы высохли. Что с прикусами не так?
You look a lot like my sister. Really? Your sister? Maybe I your sister? Russian sister. Do you love Vladimir Putin? No, I love my chat. My chat is my favorite. Владимир Путин. Учи английский язык с преподавателем. Нет, не хочу. Не хочу! Отстаньте. Hello, sexy Alessia. Hello, CGX. Hello, sexy CGX. Hello, кому там Пабло? Пабло. Все, что вы могли пропустить... Ой, точно, спасибо. Песня классная. Давайте потанцуем. Ой, наверное, я не смогу танцевать, конечно. Уже я устала так. Ну, попробуем.